Воспитание через искусство. Скоро в детсадах и школах региона педагоги смогут показать детям на классных часах фильмы. Это инициатива организаторов форума «Кинопедагогика», который пройдет в рамках фестиваля «0+». Его организуют в Тюмени в сентябре за счет президентского гранта. Участники обсудят влияние киноиндустрии на воспитание детей и расскажут, как самим снимать ролики. Как раньше, например, было, выразите литературную мысль. А сейчас можно сказать, выразите киномысль. И это будет уже такой формат. Сделайте, например, сочинение, где вы были летом, но не напишите, а снимите. И ребенок в процессе лета снимает сюжет, где он был. И это, и представляете, потом такой некий конкурс в школе. И педагог понимает, как это событие происходило. Во-первых, интересно. Во-вторых, увлекательно. В-третьих, коммуникативность вырабатывается. В-четвертых, дети просто начинают выражать мысль. Это очень важный формат.